Всем огромный привет, меня зовут Лена Брит, и я сшила себе леопардовое платье. Давно о нем думала, давно о нем мечтала, но все никак не могла найти ткань, которая бы мне запала в душу и действительно понравилась. И вот, наконец-то, этим летом мне повезло. А все началось с того, что я на пляже, прогуливаясь, увидела вот эту девушку в леопардовой платье-рубашке и подумала: «О, как классно это смотрится, какой красивый принт! Сложно всегда в том найти ткань с красивым леопардовым принтом». И вот я поехала по магазинам, вы не поверите, я его нашла. Справа лежит леопардовая ткань такая желтая. Вот не берите никогда, она смотрится дешево. Посередине неплохая, но синтетическая. А вот это что слева, прекрасный состав, обалденная цена. Кстати, потом я пойму, почему она столько стоила. И я решила ее взять. И не метр, потому что на самом деле у меня метр достаточно для такого небольшого платья, а 3. Чтобы хватило, чтобы уж отшить, нашить, чтобы уже так оскому эту сбить, желание окунуться в этот леопардовый принт и полностью быть довольной. Что же это за ткань? Это смесовая ткань, где есть 20% эластана, хотя странно, я не заметила там эластана, 70% вискозы и 10% хлопка. Прекрасный состав, согласитесь. И что я буду шить? На самом деле, моя любимая длина – это вот такая, чуть ниже колена. Но я решила, что я сделаю мини. Гулять так гулять. А вдохновляться буду вот этой вот картинкой, которую я нашла в интернете. Единственное, что по объему у меня ткани будет не так много. Я буду пользоваться выкройкой, которая у меня уже есть. Не буду новое строить. Кто, кстати, не знает, то конструирую я по методике Гали Злачевской. Если вы не умеете конструировать, ну, тогда придется как-то выкручиваться готов выкройками из журнала. По этой выкройке я уже шила себе платье, такое джинсовое с вышивкой. Кому интересно, посмотрите по ссылке, пройдите. И эту свободу, которая здесь есть, я буду учитывать и в своем платье. Здесь 10 сантиметров по бедрам, по талии и 6 сантиметров по груди. А теперь о ткани. Вот покажу вам ее чуть ближе и скажу, что она невероятно сильно сатается. У нее просто нитки лезут во все стороны. Край, во-первых, неровный, мне придется его выровнять по ниточке. И я скажу, что ткань такая, знаете, разряженная. Неаккуратно где-то иголочкой проколешь, сразу вытягивается нитка. Вот потому она столько и стоит. Итак, выкраиваю детали. Это деталь спинки со сгибом. Припуски по пройме и горловине я не делаю. Это деталь полочки со сгибом. Также не делаю припуски по полочке и горловине. Единственное, что вот там выточку нужно сделать такой уголочек, как бы домик, чтобы потом проще было спрятать под косую бейку. Из той серединки, которая осталась у меня после того, как я выкроила детали основные, остался вот такой кусочек. Я нарезаю косую бейку под углом 45 градусов. Можно использовать готовую косую бейку, так не заморачиваться, и пошив платье действительно будет намного быстрее. Итак, после того, как я выкроила деталь, я их начинаю обрабатывать. А точнее, подготавливать к тому, чтобы шить. Я выкраиваю из дублерина тоненькую полосочку 3 мм, не шире, и проклеиваю ее к краю, прям самому краю пройм и горловины. Теперь мне осталось закрыть выточки, а также сшить выворотным швом мои плечевые срезы. И обязательно все разутюжить. ВТО я здесь не показываю, но
каждый шов, который я делаю, я обязательно подвергаю утюжке. Выворотный шов очень простой. Вот так вот припуски я застрачиваю сначала на лицо. Посмотрите, как сатается ткань. Просто ужас. Потом их проутюживаю на ребро, разутюживаю. И вот таким образом заворачиваю на изнанку. И опять же отстрачиваю. Вот, закрыты у меня уже плечевые мои швы. Получились очень даже изящно. И сейчас начинаю уже подготовленной косой бейкой обрабатывать горловину. Косая бейка у меня заутюжена таким образом напополам, чтобы верхняя часть бейки была меньше, чем нижняя. И вот эта верхняя часть будет по лицу, а нижняя будет по изнанке. Так я 100% ее смогу хорошо пристрочить одним швом. Когда я начинаю пришивать бейку, я край немного вот подрезаю, чтобы он был меньше и тоньше. Потом я просто этот край, когда уже по кругу пройду, сверху накрываю бейкой, и он не выглядывает, его не видно. В обработке этого платья я практически везде использую наметку. То есть иногда я использую булавки, но здесь мне намного удобнее все-таки приметывать, тогда это все надежно собирается, ничего случайно не выпадает. И во время стирки я так думаю, что никаких сюрпризов у меня не будет. Вот так выглядит моя косая бейка, которая уже пришита по горловине. И я ее вот по лицу пристрачиваю. Иглу выбираете самую тонкую. Ну, по крайней мере, мне пришлось выбрать самую тонкую, которая у меня была. Самую острую, по-моему, 70-ка. Можно было бы еще тоньше. Нитка, 40-ка. Все максимально просто. После того, как я пришила бейку к горловине, я начинаю закрывать боковые швы. Кстати, не сказала о том, что прежде чем начинать шить, я эту ткань постирала и проутюживала, так сказать, провела декотировку. Итак, боковые швы закрыты. Осталось совсем чуть-чуть обработать проймы таким же образом, как я обрабатывала горловину. Вот сейчас я уже отстрачиваю свои проймы. А здесь я делаю подгибку низа. Подгибка у меня довольно широкая. 10 сантиметров я подвернула. Низ такой тяжелый. Мне нравится этот эффект. Так сказать, не пожадничать и сделать подгибку низа широкой. Так, кстати, можно проверять, как производитель, не пожадничал ли ткань, какая подгибка низа в платьях, готовых платьях в магазинах. Ну ладно, сейчас не об этом. Платье готово. Кстати, его можно носить вот так вот без пояса. Смотрится оно прикольно. Почему-то я не сняла его без пояса. Да, и пояс я тоже сшила. Шириной он у меня 5 сантиметров в готовом виде. А длиной вот вся ширина ткани, по-моему, там 1,40 м или 1,50 м. Наверное, 1,50 м. В общем, с пояском мне, ну, мне нравится больше. Кто смотрит мой канал довольно долго, знает, что я такая поясная девушка. Я, кстати, делала такой небольшой опрос со своих знакомых, а любят ли они принт леопард. Так вот я скажу, что те, кто его не любит, намного больше. Даже вот мой муж не любит принт леопард, и мои подруги как-то к этому очень холодно и так насмешкой относятся. Интересно, из моих зрителей, вот вы сейчас смотрите, напишите, люблю или не люблю. Ношу или не ношу? Ну, то есть, мне интересно ваше мнение. Я лично люблю. Считаю его действительно классным, классическим принтом в любом гардеробе. Единственное, что он может надоедать быстро. Поэтому это платье вряд ли надоест. Мне кажется, я быстрее его сношу, чем оно кому-то может приесться. Вот такое у меня замечательное платье получилось. А на этом все. Я с вами прощаюсь и увидимся в моих следующих видео. Всем пока!